Независимые предприниматели Армель имеют право на комиссионное вознаграждение от компаний за проделанную работу и приложенные усилия к созданию потребительской и дистрибьюторской сети. В маркетинговый план Армель включено 6 видов дохода и вознаграждения. Первый вид дохода – продажи. Вы имеете доступ к специальной дистрибьюторской цене. Совершив продажу конечному потребителю, вы моментально зарабатываете от 40 до 80%. При этом вы постоянно имеете живые деньги в своем распоряжении. Второй вид дохода – рекрутинговый бонус. В нашей компании вы получаете мгновенный бонус на личный кошелек за каждого привлеченного вами партнера. Количество получаемых бонусов не ограничено. Вы начинаете зарабатывать с первых шагов. Третий вид дохода, классический, позволяет получать разницу от товарного оборота, построенной вами дистрибьюторской сети, согласно достигнутого вами ранга. Как это работает? Вся продукция имеет бальный коэффициент. Например, один флакон парфюма оценивается в 10 баллов. 1 балл равен 70 рублям. Вы и ваша команда предлагаете продукт компании «Армель». По количеству баллов от продаж происходит расчет вашей квалификации. Существуют ступени карьерного роста – 3%, 6%, 9%, 12%, 17%, 20%, 25% и 28%. Каждая ступень равна количеству полученных баллов. Вы получаете разницу в процентах между вашим рангом и рангом вашей организации. Формула расчета вашей прибыли такова. Количество баллов, умноженное на его стоимость и умноженное на разницу между вашей квалификацией и квалификацией вашей группы. Рассмотрим пример. Вы строите 5 независимых групп. Первая группа создала товарооборот 310 баллов, вторая – 950, третья – 1850, четвертая – 3010 и пятая – 5280 баллов. Соответственно, первая группа достигла квалификации 3%. Вторая – 6%, третья – 9%, четвертая – 12%, пятая – 17%. При этих данных ваш групповой товарооборот составил 11 400 баллов. Поздравляем! Вы достигли квалификации 25%, а ваша суммарная прибыль от всех 5 групп составит 95 088 рублей. Вы сами определяете количество развиваемых групп и, соответственно, свой доход. Согласитесь, это приятно. Но это еще не все. Четвертый вид дохода – маркетинговый план премиум. При создании 3 групп, достигших квалификации 4000 баллов, вы получаете статус «Сапфировый мастер» и участвуете в распределении 2% от общего товарооборота компании «Армель». При создании 3 групп, имеющих квалификацию 10000 баллов, вы достигаете статуса «Изумрудный мастер» и участвуете в распределении 1,5% от общего товарооборота компании. Создав 3 группы, каждая из которых имеет товарооборот 35 тысяч баллов, вам присваивается статус «бриллиантового мастера» с правом на участие в распределении 1% от общего товарооборота компании. При поэтапном достижении всех 3 квалификаций ваш доход суммируется. Пятый вид вознаграждения – автопрограмма. Каждый достоин роскоши. В соответствии с условиями автопрограммы, каждый партнер, достигая квалификации 4000 баллов, получает право на дополнительные бонусные выплаты по программе Drive. Выполняя квалификацию «Сапфировый мастер», вы становитесь обладателем автомобиля Mercedes-Benz по автопрограмме VIP. Роскоши достоин каждый партнер нашей компании. И, конечно же, совместный отдых как нельзя лучше настраивает на дальнейшие свершения. Наш шестой вид вознаграждения – путешествие вместе с Армель. Выполни квалификацию 10 тысяч баллов и каждый год путешествуй вместе с нами в экзотические уголки нашей планеты. Живи, люби, твори. Компания «Армель».